Вот оно, величие тюменской деревянной резьбы, тюменского деревянного зодчества. Вот это монументальное, прям ну, столичного уровня деревянная именно резьба. Вот именно это никогда не позволит Иркутску называться столицей деревянного зодчества. Да, в Иркутске очень много, намного больше домов с деревянной резьбой. Но резьба в Иркутске орнаментная. Орнаментная, вот как вот здесь под крышей. Орнаментная резьба лобзиком. А вот это действительно резьба, которой в Иркутске в той же нет. Посмотрите внимательно. Вот это красота тюменской резьбы, которой нигде нет. И она монументальна, она столичная мощь вот такой резьбы. И характерный элемент тюменской резьбы – это вот эти две волны. По-другому никак нельзя назвать сам вот эти завитушки. Завитушки, ну назовите, но это две волны. Получается, и почему и кораблик на гербе у Тюмени, скорее всего, что это память потопных времен с тех, но красота тюменская. Просто полюбуйтесь монументальностью именно резьбы. Резьбы, резьба станочная, красивейшая. То есть что-то здесь зашифровано однозначно. То есть, скорее всего, листья деревьев, которые жили, росли здесь в эпоху мамонтов, там еще что-то. Но красота необыкновенная. Ну, будем так говорить, даже при наличии такой красоты, первенство все-таки надо отдать Томску с его изящной ажурной резьбой. И, конечно, вот эта усадьба Колокольчиковых на площади борцов революции в Тюмени, это просто тоже шедевр деревянного зодчества. И здесь вот всем любителям потопов, засыпов, вот смотрите, здесь как раз интересный момент, вот эти вазы на крыше, все сделано из дерева, все красиво, но символично, понимаете, вот эти вазы, вы просто ощутите, как тумбочки на домах без ваз. Мы привыкли, что все тумбочки на крышах старых домов без окончания. Ну, привыкли и живем. Но понимаете, они все были с вазами. Вазы именно в архитектурном плане завершающий элемент всех вот таких крыш с тумбами. Вот здесь именно в Тюмени и разгадка, что везде были вазы, что они символизировали, что в них было изначально. Очень похоже, что это вазы прахов. Ну а так, в общем, разгадка. И опять вот это, что еще интересно, заметил я по Сибири. Опять же, посмотрите, верхний орнамент, две волны, а внизу лагуна. Вот здесь маленькая лагуна с цветочком. То есть вот красивая резьба
по окнам, вот она, понимаете, вот еще Иркутский. Никогда не пытайтесь себя представить там столицей деревянного зодчества. Даже при том, что у вас есть шикарная улица деревянного зодчества 95-го там или 130-го квартала, который нигде в Сибири никто не повторит в принципе. Но понимаете, вот она резьба. Резьба, которой у вас не было, нет и не будет. Вот она. Это все резьба деревянного зодчества Тюмени. Вот такая красота деревянная есть в Тюмени. И вот окончание обзора усадьбы Колокольчиков, да? То есть это вот этот момент. Это все резьба. Резьба, понимаете, настолько шикарная, красивая резьба. И вот этот момент. Оп. А вот это, кажется, английский момент. Да? Англичане отсюда, наверное, украли себе на гербы. Ну а в Тюмени вот это резьба лагуны. Видите? Морская лагуна. Или что это? Раковина. Раковина. Раковина, в которой Афродита родилась. Понимаете? Это вот такой момент, вот эта лагуна. Я с интересом видел в Чите, как в дореволюционном здании, так и в оформлении столичного ампира. Ну а вот здесь откопано. Опять Тюмень откопанная. Очень характерный для определенной эпохи домик, дом у Ушакова, вот с такой мансардой, с балкончиком, да, крыша опять двухскатная в стиле античности, дом простой, без изысков, без резьбы, без ничего, просто... Просто простушка. Якобы в 1860-70-е года построен. И первый этаж. Первый этаж. Здесь на защелочке закрылась дверь. И дом аккуратно ушел на сколько? На 2 метра в землю.
И вот в продолжение тоже монументальной деревянной резьбы Тюмени как раз вот такой домик. Вход в подвал здесь. Внизу жить можно прекрасно. Сейчас там что-то есть. А вот монументальная резьба Тюмени. Характерный стиль — это над окном две волны. Вот такая резьба — это характерная черта Тюмени. Ну и вот эти две волны, они во многих городах Иркутска, Забайкальска, в Томске мало волн, а так вообще она присутствует. И посмотрите, какой я хочу вас на что обратить внимание в этой резьбе, понимаете? Посмотрите, вглядитесь. Это не ручная работа, не ручная. Это на станках выполнялось. Вот этот именно элементы, это на токарная обработка, потом наполовину разрезалась, и вот такая резьба с двух сторон делалась. И здесь во многом именно станочная, на станках производилась вот такая красота. Ручной работы минимум. И успешно вот так здание такое симпатично было построено так, чтобы первый этаж оказался под землей. Откуда, почему? Ну вот, в Тюмени, как и по всей Сибири, дома вот такие засыпанные старые. Старые деревянные дома засыпаны. Представим, что Русь не погибла 200 лет назад или, может, возродилась снова. Отменила деление на страны и восстановила былую державность. Культура воссоздана по рассекреченным летописям. И вот тут может понадобиться обновленный гимн уже объединенной Руси. Гимн СССР, а теперь и России, на мой взгляд, достойный. Давайте продолжим традицию и вообразим его в обновленном виде. Думаю, вам будет несложно воспроизвести в уме хор, как бы он звучал на эту мелодию.